В Орленке завершился традиционный всероссийский слет юных инспекторов движения. Участниками профильной смены стали 200 подростков в возрасте от 11 до 15 лет из 47 регионов России. Среди них победители и призеры всероссийского конкурса отрядов, отделений и клубов безопасности дорожного движения. Программа реализуется в Орленке уже более 10 лет. Главная цель слета – освоение подростками способов обеспечения безопасного поведения на дорогах, а также методов и форм пропаганды безопасности дорожного движения. В рамках смены были реализованы конкурсы и тематические дни. Самым ярким стало соревнование по фигурному вождению велосипеда. Здесь на данной площадке в принципе сымитирована дорожная реальность, которая может быть возникнуть, потому что дороги у нас неровные, нет, допустим, только одного велосипедиста, который может передвигаться безограниченно. Какие-то есть ограничения, кочки, ямки, пешеходы, которые надо пропустить, когда, если он передвигается на дорожке пешеходной, надо пропустить, где-то остановиться. Вот, поэтому это как бы реальность. Это для того, чтобы потом в реальности они могли ездить на велосипедах нормально. Самое сложное было это проехать змейкой и проехать по кочкам. Для меня было самое сложное это проехать змейку и держать цепочку в руках, проехать по кругу. Мне поможет то, что я смогу проехать любые препятствия, смогу как бы не попасть в ДТП на дорогах, и для меня это очень важно.